джазовому шествию по улице Новогинской присоединились сотни поклонников. Это и сочинцы, и гости города. Многие вообще планировали отпуск так, чтобы он совпал с проведением Сочи джаз-фестиваля. Рука об руку любители джаза шли с музыкантами биг-бендов «Саранск» и «Сочи», президентом фестиваля Игорем Бутманом, солистами Московского джазового оркестра. Всю дорогу артисты импровизировали на разных инструментах. По традиции артистам аккомпанировал и мэр курорта Анатолий Пахомов. Финишировали на площади флага. Здесь, на сцене под открытым небом, маэстро и глава Сочи объявили об открытии фестиваля. Для меня это очень родное, вот очень прямо такая вот любовь, которая становится все больше и больше. География огромная, и зарубежные артисты, и наши отечественные, и молодые. И мы надеемся, что это даст еще новый путь, потому что мэр города Анатолий Николаевич в этом году очень подошел серьезно к ответственному мероприятию, к десятилетию. Очень нам город помогал. Но мы сами вообще понимаем, что это для всех. И мы радуемся великолепной погоде и тому, что мы здесь играем. И что столько много людей, и все отдыхают. И, конечно, он создает настоящую такую курортное настроение, потому что создает праздничное настроение. А это значит, что август в Сочи пришел, потому что открывается джаз-фестиваль. Еще у нас еще 3 дня есть, мы сделаем обязательно импровизацию на тему Сочи. Это хорошая мысль. История Сочи джаз-фестиваля началась еще в 2010 году, когда в Сочи, в столице зимних Олимпийских игр, стартовала культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тысяч зрителей. И вот уже 10 лет ежегодно по приглашению Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы. Это настоящий праздник. Юрий Михайлович – это человек редкий в нашей стране. Он отдает душу, сердце, а главное – свой талант. И настолько щедро, что мы это понимаем. И радость всеобъемлющая нас охватывает. Спасибо огромное. Я жду его целый год. Под впечатлением. В танцах, движениях, во всем. Люблю джаз. Мы прибыли из города Красноярска, и нам очень случайно попали, очень нравится. Я дома видела в интернете рекламу и очень хотела попасть. Мне 80 лет. Мне очень нравится джаз. Я люблю вас. 10-й юбилейный Сочи джаз-фестиваль пройдет в Сочи по 4 августа включительно. Помимо выступления под открытым небом, концерты музыкантов пройдут в Зимнем театре и концертном зале фестивальный. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.